Никаких существенных изменений в структуре налоговой системы России в ближайшие 3 года не предвидится, заявил сегодня Дмитрий Медведев на встрече с членами бюро РСПП. Упор, по словам Медведева, сделают на то, чтобы улучшать налоговое администрирование и сокращать долю теневой экономики. Премьер добавил, общая цель – это чтобы налоговые правила были понятными, исполнимыми, и чтобы налоги платили все – и российский бизнес, и иностранный.